Да, он называется, собственно, на хинди «Намасте». Да, и вот, собственно, у нас первая страница. Да, вот оно, собственно. Вообще, могу сказать следующее, что само слово «намасте», «намаскар» – это очень древняя форма приветствия. Она пришла из санскрита, и само слово «нама» как таковое, оно означает как бы «приветствую». Одно из древних, ну, то есть санскритское приветствие или такое восхваление – это «намо намага». Ну, и тоже одна из форм приветствия, да. «Асту» – это «есть», как бы «как быть» на санскрите. «Кар» – это «делаю», да. То есть «намаскар» – это значит «я делаю приветствие». И еще интересно то, что это как и приветствие, так и на самом деле прощание, да, то есть у индийцев нет такого, как бы, как правило, слова «до свидания». Они слово «намасте» или «намаскар» используют как и для приветствия, так и если мы как бы расстаемся и там хотим встретиться потом, то используем в этом случае. Как правило, они используют вместе сложенные ладони при этом традиционно, но ввиду новых как бы веяний, скажем так, очень часто многие индийцы любят с иностранцами, ну, как бы поздороваться за руку вместо традиционного намасте. Но это немножко как бы совсем другой формат. Кроме этого, да, я хотел сказать, что в разных местах Индии бывает еще по-разному немножко это произносят. Например, на севере Индии, вот в том же самом Варанаси, они почему-то очень любят, хотя это не совсем, может быть, с точки зрения звучания правильно, говорить не намаскар, а намашкар. Причем вот как бы так «р» растягивая, вместо буквы «с» они говорят букву «ш». Намашкар. Почему, не знаю, но вот очень традиционная, очень такая отличительная черта северянина. Если вы встретите вдруг индийца как бы по дороге, и он вот таким вот образом с вами поздоровается, то практически можно быть стопроцентно уверенным, что он откуда-то с северов. Кроме этого, конечно, в качестве приветствия у нас есть слова и «доброе утро», «шупрабхатам» или «супрабхатам», да, «добрый день». Но, как правило, используется в первую очередь именно вот намасте. Намасте, намаскар – это такая очень распространенная форма. Ну и еще одна фраза, которая очень часто используется, когда мы как раз расстаемся и там планируем встретиться еще, это фирмеленге. Ну это уже как бы немножко забегая вперед. Фирмеленге – это значит «встретимся еще». И после того, как мы встретились, да, соответственно, как правило, мы представляемся, да, и здесь существует такая устойчивая форма. Мэ-гу. Я есть. И форма эта, на самом деле, она пришла из санскрита. И на самом деле, если так немножко уйти в сторону и вспомнить древнерусский язык, старорусский язык, то вы можете будет вспомнить, что для того, чтобы сказать «я есть», да, у нас есть такая форма, ну, в старорусском «азм есим». И на самом деле это в чистом воды копия санскрита, потому что на санскрите это будет «ахам асми». Да, то есть вот «асми» или «есим» очень похоже даже по звучанию. Да. И вот этот «гу» в данном случае это как раз глагол «хона», который означает «есть». И есть вот как бы и сейчас, и вообще, и в принципе. Вот то время, которое мы сейчас с вами будем изучать в этом уроке, оно говорит не о каком-то конкретном моменте, а оно говорит о том, что происходит вообще. Да. То есть, например, я роджу. Я роджу и сегодня, я роджу и завтра, я роджу и вчера. Я не знаю, там, читаю книги, да, я их читаю и там, сегодня, и вчера, и завтра. Я их, в принципе, читаю. Или там, я преподаю хинди. Да? То есть это то, что не сфокусировано на каком-то конкретном времени, которое происходит в принципе вообще. И здесь важно, что вот эта форма «гу», да, именно «гу», она работает только с «мэ», да, то есть когда мы говорим только от первого лица. «Мэ раджу гу», да, «я раджу». «Мэ тик гу», да, «я в порядке». «Тик». «Тик» – очень распространенное слово. «Окей» означает как бы «в порядке».
бимар нахи гу. Да? Здесь вот я отдельно еще отмечу вот эти назальные звуки, которые есть и в слове гу, и в мэ, да, видите, вот эти точки, которые у нас стоят над словом, да, то есть очень важно, что в транскрипции, и здесь, собственно, вот в этом учебнике, да, можно видеть, что можно прочитать, как это may или main бывает, как бы написано в транскрипции, но это неверно, правильно произноситься должно мэ, в нос, гу, мэ тик гу. Мэ бимар наги гу. Бимар означает больной, наги нет, да, наги гу, соответственно, не есть. То есть я не болен. Мэ бимар наги гу. И вот этих слов с точкой, с анусварой или архаанусварой, их очень много, и практически в каждом предложении вы их встретите. И очень важно вот на вот это назальное звучание обращать внимание. Потому что бывает, что, не сказать, что в очень многих случаях смысл может поменяться, но в этом случае у вас пропадет акцент, можно так сказать. То есть можно сказать «ме бимар нахи ху», и это будет как бы, ну, как общение с акцентом. Это будет резать слух для слушателя. То есть вот эти вот назальные звуки, они очень важны для того, чтобы произношение было корректным. Но если мы заговорили про «я», да, соответственно, следующее, что у нас происходит, это то, что это может быть как имя, да, например, «мэ гита гу», да, «гита» – женское имя, с одной стороны, с другой стороны, слово, означающее «песня». Вообще, практически все индийские имена, они имеют значение, они означают либо как что-то очень красивое, либо имя какого-то божества. Мэ хиндустани гу, да, мэ хиндустани гу. Хиндустани, ну, здесь переведено на английском как «я индиец», но это на самом деле не совсем верно, потому что индиец – это бхаратья. Вообще Индию они называют бхарата, бхарата. Не и Индия, как именно, или Индостан – это уже, скажем так, другое название традиционно, это называется бхарата. И, соответственно, житель Индии – это бхаратья. А Хиндустаном называют жители Северной Индии. Вот именно северная часть Индии, ее называют Хиндустан, индийцы между собой. И некоторым образом Индия, она разделена пополам, на север и юг. Традиционно, языково, ну и во многих аспектах. Хотя, конечно же, хинди в том числе, в то же время он является общим языком, и его понимают как бы все равно. Во всей Индии, собственно. Мэ ангрес наги гу. Да, мэ ангрес наги гу. Я не англичанин. И здесь с этим словом тоже есть некоторый момент, потому что изначально оно означает англичанин, но особенно если вы попадете в какую-то глубинку, в деревню какую-то, то если вы скажете местным жителям, что вы не англичанин, они могут очень сильно удивиться, потому что для них бывает, что англес, то есть любой иностранец, он англичанин. Неважно. То есть для них как бы других стран в принципе не существует. И если ты им вдруг говоришь, что ты мэ видеши гу, видеши, да, иностранец, мэ ангрес наги гу, они очень удивляются. Как это так, иностранец может быть не англичанин? Очень забавная такая история. Да, и раз мы проговорили про я, соответственно, есть что-то мое. Да, и для этого у нас уже используется слово мера. Например, мера нам раджу хэ. Да, и здесь уже не гу, да, почему? Потому что мы говорим не о себе, а мы говорим о своем имени, да, поэтому у нас вот этот глагол хона в этом случае, он превращается в другую форму, хэ, мэра нам раджу хэ, мое имя раджу, мэ адхьяпак гу, да, я преподаватель, гита доктор хэ. Доктор. Ну вот один из очередных примеров того, как английское слово попало в хинди, да, доктор. Хотя у индийцев есть и свое слово ведья, да, то есть есть знания, которые и врачи явно, как бы, они до еще английской колонизации в Индии существовали. И слово ведья означает, собственно, доктор. Ну, там аюрведический доктор, например.
Ситанарсхе. Ну вот еще одно английское слово, которое в хинди попало. Нарс. Нарс означает, это от английского слова nurse, медсестра, либо это, ну, в том числе, может быть, и медбрат. Но в этом случае уже будет не сита, а там, соответственно, какой-нибудь анодж или там, я не знаю, анил, собственно. Вот что касается моего и мой. И что касается вопросов, да, которые могут у нас возникнуть при встрече. И вопросы, в первую очередь, ну, самые простые, это те, на которые у нас есть ответ «да» или «нет». И любое предложение, в принципе, практически можно сделать вопросительным, если мы в начале этого предложения добавим слово «кья». «Кья» означает «что». С одной стороны, с другой стороны, мы можем предложение сделать в том числе вопросительным, эмоционально окрасив его, да, то есть то, как мы, на чем мы сделаем акцент в произношении, может как бы немножко смысл предложения поменять. Кья ме адхьяпакгу, да, что я преподаватель, кья гита доктор хэ, что гита доктор, кья сита нарс хэ, да, что сита медсестра, и, соответственно, у нас есть варианты, да или нет. И это может быть простая форма, да, например, ха, да, либо нахи, это просто да или нет, либо более уважительное, джи ха, джи нахи. Джи означает как бы мистер или миссис, и означает, ну, как бы да, действительно, нет. Либо редко можно встретить, но это особая форма, скажем так, уважительная, когда люди, они даже слово ха не говорят, они просто говорят джи. Ну, можно так перевести как «сэр» с английского, если так вот как бы аналогию проводить. Да, то есть ответ может быть даже не «ха», а просто «джи». Таким вот коротким и простым образом. Ну, это как бы особо уважительная такая форма ответа. И, соответственно, да, «я раджу тикхэ», да, и какой у нас ответ? «Ха, джи ха, раджу тикхэ». Да, мы знаем, что он не болеет, у него все в порядке. Кья гита бимархе, джинахи, гита бимарнахихе. Вот, собственно, самые такие базовые вещи мы с вами прошли. Следующее. Да, нам нужно обратиться к кому-то. Да, уже не к гите, не к раджу, а вот к конкретному человеку. И в хинди существует на самом деле три формы обращения. Ну, вот в русском языке мы знаем, у нас есть две формы, да, либо ты, либо вы, более уважительное. В хинди же существует три формы. Есть форма «вы», уважительная, и мы в ходе этого учебника в первую очередь будем использовать ее, потому что, ну, она наиболее как бы используемая и наиболее практичная. Есть форма «ты», которая используется для такого уже более низкого уровня, для общения с друзьями, для общения, там, например, с детьми, если к вам на улице кто-то подбежал, кто-то решил у вас что-то попросить. Или когда, это особенный случай, мы их рассмотрим тоже, когда вам нужно как-то очень доходчиво и понятно объяснить человеку, что он должен от вас отстать или уйти, или еще что-нибудь, и иначе как вот такой грубой формой он этого не понимает. К сожалению, такое бывает, ну и это мы тоже с вами изучим. С одной стороны. А с другой стороны, есть еще следующая форма, которую мы в этом учебнике практически использовать не будем. Это очень интимная форма, которая используется очень близкими людьми, мужем и женой. И как бы в обыденной речи она практически не используется. Наиболее распространенная форма, которая нам потребуется, это форма уважительная «вы». И звучит она как «ап». «Я ап гита хэ». Что вы гита? «Джиха мэ гита гу». Да, я гита. «Я ап доктор хэ». Да, «я ап доктор хэ». «Джиха мэ доктор гу». Да, действительно, я доктор. «Я мэ бимар гу». «Джинахи ап бимар нахи хэ». Что я болен? Нет, вы не больны. Кья мэ тикху. Что, я в порядке? Джиха. Ап билькуль тикхэ. Еще одно новое слово у нас. Билькуль. Вообще это арабское слово. И дословно оно переводится как совсем. Куль. Слово означает все. А билькуль означает совсем. Да, то есть вы абсолютно в порядке. Да,
Значит, смотрите, вот вам тоже вот небольшое мини уже домашнее задание здесь. Вы можете его в том числе сделать как бы просто читая. Если вам сложно читать, есть аудио к уроку. Мы специально приложили его, ну, кроме того, что выложили общее аудио к урокам. И к этому уроку вы в личном кабинете в курсе можете найти именно аудио именно к этому уроку и прослушать вот те вопросы, которые здесь есть. Да? Идея в чем? Здесь задаются вопросы, и нужно на них поотвечать. И здесь очень важно, для чего это упражнение. Для того, чтобы наработать вот эту вот форму «me-gu». Да? «Me – Владимир Гу», «me – Адьяпок Гу», «me – Бимар Наги Гу». Мэ-ти-ху. И вот чем больше предложений вы таким образом скажете, и важно их произнести вслух, не про себя, а именно вслух, может быть, перед зеркалом, может быть, перед каким-то знакомым, это будет еще даже лучше. Для того, чтобы у вас речевые центры включились, для того, чтобы у вас механическая память начала включаться, и для того, чтобы в тот момент, когда у вас появится необходимость сказать что-то «мэ-ху», у вас уже даже как бы не было сомнений, вы даже не останавливались, не задумывались о том, что нужно сказать «мэ-ху» или «мэ-хэ», да, потому что «мэ-хэ» – это будет категорически неправильно. Должно быть именно «мэ-ху», да, и здесь вот у нас единственное, что я пройдусь несколько по еще новым словам, которые здесь есть в вопросах, да, «видьярдхи», мы в прошлый урок его смотрели, это слово «студент», да, «видья» – знание, «артхи», ну, соответственно, искусство. «Хуш». «Хуш» означает «счастливый». Это арабское слово, на самом деле, санскритское слово, оно там в словаре у вас потом будет, «сукхи». «Яб хушхэ», да, «счастливы ли вы». И еще одно слово «нараз». «Нараз» или другое слово, еще очень часто употребляемое, «гуса». «Нараз» означает «сердитый», да, «рассерженный». И еще небольшой кусочек грамматики, который нам здесь нужен для того, чтобы как-то эту тему завершить, вот именно вот об этом, это то, что в хинди, как и в русском языке, нет артикля, в отличие от английского. Да? То есть в английском есть слово «the», которое нам позволяет понять, что ну, там, мы говорим про стул, например, там, или про ручку, и мы говорим либо про какую-то конкретную ручку или стул, либо говорим про какую-то абстрактную ручку в целом, то есть мы говорим о какой-то ручке. И для того, чтобы сделать слово абстрактным, для того, чтобы, как бы сказать, какой-то, мы можем использовать специальное слово «эк» – «один». Да? То есть оно само по себе означает «один», и при соединении с каким-то другим словом, там, «эк-китап», например, «одна книга». То есть это не какая-то конкретная будет книга, а именно какая-то из, какая-то вот неопределенная. Не так часто могу сказать, что в речи оно используется, но вот знать об этом имеет смысл для того, чтобы, если вы что-то хотите выразить такое неопределенное, чтобы у вас это получилось. Следующие очень важные слова, которые необходимы в самом базе. Да, то есть «я», «вы», «здравствуйте». И следующее – это «он» или «это» или «она». Так интересно, но в хинди это одно и то же слово. И в этом смысле это достаточно как бы, ну, упрощает выучивание этих слов. Единственное, что сложность немножко есть в другом, в том, что оно пишется, вот можете увидеть, да, здесь «ех». «Ех», но вопрос в том, что практически в таком виде я не встречал, вот по своему опыту общения с индийцами достаточно большому, я не очень встречал, чтобы они это произносили именно таким образом. «Ех». Они произносят это более коротко. «Е». Здесь это в учебнике как раз тоже написано, видите, вот «е» по-английски транскрипции, что, как правило, используется именно таким образом. «Е». «Е» вы можете указать на что угодно и спросить. «Е кьяхэ». Я вот как бы, первые свои слова учил именно таким образом. Я шел на улице, на рынок, приходил в лавку, где торгуют овощами, и спрашивал у продавца, тыкая ему в разные овощи, и спрашивал «е кьяхэ». И, соответственно, он мне называл название морковки, картошки, редиски или тех диковинных овощей, которых у нас вообще там не бывает. Какая-нибудь карела или там бинди, да, это дамские пальчики по-русски, окра по-английски. И таким образом словарный запас у меня достаточно быстро начинал расти благодаря вот простой фразе «е-кья-хэ». Да, что это такое? И второе слово – это «во».
Да, это то, что у нас находится не рядом с нами, а то, что оно находится где-то вдалеке немножко, да. То есть, если е это или он, она, то во это то или тот или та, соответственно. То есть это то, что находится непосредственно нашей близи, а где-то в отдалении. Может быть, вообще в другом городе, скажем так, например. И мы говорим о ком-то там, кто живет вообще в Дели, и нам нужно о нем рассказать что-то или узнать, как у него дела. Соответственно. Но бывает, опять же, могу сказать, что индийцы, они форсируют вопрос, и вместо там далекого они говорят о том, кто рядом вроде бы стоит совсем недалеко, они вместо «е» могут сказать «во». Такое тоже может встречаться, и к этому просто нужно быть готовым. Хотя по-правильному, конечно, «е» – это то, что находится где-то совсем рядом, а «во» – это кто-то, кто находится где-то там в отдалении, соответственно. Ну и примеры, да, здесь сразу. «Е ларка рамхе» – «ларка». Мальчик. Ларка. Вот тут как раз вот тот самый хитрый звук Р, который мы в прошлом на Диванагаре, на нашем вебинаре рассматривали. Ларка. Рам. Рам. Еларки. Минахэ. Да? Ларки. Девочка. Ларка. Мальчик. Ларки. Девочка. Да? Этот мальчик Рама. Эта девочка Мина. Да? Воларка нарасхе. Лекин воларка. Да, тот мальчик рассерженный. Нарасхе. Лекин. Лекин – это арабское слово, означает «но». Лара, пишите. Если у вас вопрос есть, конечно же, пишите его. Я буду оперативно отвечать на них. Не стесняйтесь абсолютно, конечно. Для того, чтобы ну, как бы не пропустить тему, если у вас что-то непонятно, обязательно задавайте свои вопросы. Буду рад на них ответить. Да. Вообще слов «но» в хинди достаточно много. И вот одно из них – это арабское, вот это «лекин». А другое часто используемое – это, например, «пар». Да? Или «паранто» – это санскритское полное звучание, собственно. «Воларкана расхе», «пар», да, то есть он рассерженный, но у него на это есть причины, я не знаю, например. «Воларки кхушхе», да? «Та девочка, она счастливая». Да, и вот здесь у нас опять же вот это е и как оно используется. Емотихе. Да, это моти, это ее имя этой собаки. Екуттахе. Это собака. Екхушхе. Да, она счастливая. Емерахе. Она моя. И обращу внимание, везде, видите, у нас вот этот глагол есть, он хе. Да, везде у нас хе. Ну и под завершение, как бы, да, вот этой вот истории, какие у нас еще могут быть предложения. Это когда у нас есть множественное число, да, то есть у нас есть единственное число, когда мы говорим о ком-то одном, и у нас есть множественное число, когда мы говорим о нескольких людях. Они немножко отличаются, да, у нас есть е и есть е. Транскрипции, да, Лара, увидел ваш вопрос. Транскрипции пишется латка, да, почему? Потому что вот этот звук р, его, как я и говорил, да, то есть для чего нам как раз нужно очень важно учить Деванагари, потому что есть звуки, которые у нас транскрипции, они не могут быть описаны корректно. Поэтому, собственно, вот как раз в транскрипции они пишут латка, как бы со всякими тильдами, значками, точками снизу, пытаясь выразить то, как должен звучать этот звук. Но чтобы понимать точно, как он должен быть, желательно понимать, как он пишется на Деванагари, ну и как он звучит, соответственно. Итак, с единственным множественным числом. Е адми ангресхе. Адми – арабское слово, да, по ассоциации, чтобы легко заучить, Адам, да, первый человек на земле. Адми. Собственно, оно от этого слова, собственно, существует в арабском. Е адми ангресхе. Этот мужчина – англичанин. Е лог ангресхе. Да, здесь тоже, чтобы легко заучить, можете вспомнить, в Маугли там были такие бандер логи. Да, бандер означает обезьяна, лог означает народ либо люди. Да, то есть бандер лог, обезьяний народ. Елог ангресхе. И здесь вот маленькая разница, она почти незаметная. И вообще не, может быть, это вы сильно не заметите. И вопрос не принципиальный, но грамматически важный. Да? То, что у нас в первом случае «э» было без точки, а во множественном числе можно увидеть, что здесь уже есть точка, да, вверху над «э».
То есть «е лок конгресс хэ», да, здесь «е адми конгресс хэ», а здесь «е лок конгресс хэ», уже с анусварой. Таким вот образом тоже можно определить, что мы говорим о множественном числе. «Во адми конгресс хэ», да, тот человек, тот мужчина, он англичанин. «Ве лок» – те люди, «ве лок конгресс хэ», те люди, они англичане. Так, ну что, пойдем дальше. У нас время идет, а информации у нас много, да. Значит, как я и говорю, мы сегодня пройдем вопросы. И вот мы уже один вопрос с вами прошли, да, немножечко. Это как раз кья, да. И вопрос может быть е кья хэ. Но, как мы с вами уже поняли, тоже, я думаю, вместе, что может быть во кья хэ, да. То есть, если у нас что-то рядом находится, мы можем спросить е кья хэ. Но если что-то находится в отдалении, пускай даже это там 3-4 метра, неважно, мы можем уже сказать «вокиахе», да, что это там, да, что это здесь, что это там, что это такое. Следующий вопрос, который, конечно же, нам может потребоваться. «Кон». «Кон» означает «кто», да. «Еконхе» – это «кто», так, или «кто он». «Воконхе» – да, это уже тот, кто там. Немножко в отдалении, да? Ну и вот тут пример такого небольшого диалога. Вот мы пришли к кому-то вместе с кем-то, и нас спрашивают «Воконхэ?» А мы отвечаем «Вомерадостхэ?» Да? «Он мой друг» или «Вомерамитрхэ?» Да, это тоже «митр», это санскритское слово, собственно, означающее «друг». Да? Или «Вомерипаросихэ?» Да, «Он мой сосед». Точнее, соседка, получается, да, для женский род, Мэри Пароси. Ну, с родами мы с вами еще дальше посмотрим отдельно. Да, и, соответственно, может быть вопрос с вот этим вот обращением. Апконхэ, да, кто вы? Апконхэ. Мэра джунгу, да. Еконхэ, еминахэ, мина. Мина вообще означает рыба. Но это на самом деле сокращенное имя. Есть такая богиня Минакши, рыбоглазая. Вот, у нее есть храм в Мадурае, и вот явно вот это вот имя в честь нее, собственно, названо. Еминахэ, да, это мина. Да, ну и вот еще несколько примеров. Вокьяхэ, что это? Воситархэ, да, это ситар. Воконхэ, это кто? Воманочхэ, это маноч. Маночконхэ, маноч мерабхайхэ, бхай. Бхай означает брат, и с одной стороны, но с другой стороны могу сказать так, забегая вперед, что у индийцев, раз уж мы знакомство как бы с вами обсуждаем, очень часто бывает, что могут обращаться к людям своего же возраста, и к иностранцам в том числе, как бхай, братец. Ну, у нас, в принципе, такое тоже бывает, да, то есть мы можем к пожилому человеку обратиться отец, там, дедушка, например. Вот, в принципе, в Индии это тоже распространено, и они могут обращаться к незнакомым людям в виде родственных связей. Для них это очень как бы принято. Главное не перепутать возрастную категорию, да, ну, то есть если мы к пожилому человеку обратимся как братец, ну, он может немножко обидеться. Если же, как бы мы сказали, дедушка там, или там, отец, если соответствующий возраст, то это вполне себе приемлемо. Да? Ну и вот еще несколько примеров. Е-кья-хэ, е-китаб-хэ, книга, китаб, арабское слово. Е-кья-хэ, е-калем-хэ, да, это ручка. Е-кья-хэ, е-рэдио-хэ, это радио. Е-кья-хэ, е-курси-хэ, да, это стул. У нас сегодня урок будет больше теоретический. Мы с вами, я вот не знаю, думаю, что еще успеем немножко, может быть, пообщаться именно, но в первую очередь мне важно для вас именно информацию донести, чтобы вы ее могли сейчас усвоить, может быть, вопросы задать, которые у вас будут, посмотреть потом видео по итогу вебинара, сделать домашнее задание для того, чтобы мы все вот вопросы, касающиеся произношения, грамматики, утрясли. И вот на следующем уроке практически мы с вами уже потренируемся как раз вот со всеми этими конструкциями, поозвучиваем их друг другу и пообщаемся. Значит, еще, да, примеров несколько. Е-кья-хэ, е-мес-хэ, мес, стол. И здесь еще, да, дополнение скажу, что очень важный момент, который вот вы после урока посмотрите словарь, обратите внимание, что к существительным у нас, там я специально в словаре обозначаю род,
котором есть это существительное. Нам это потом потребуется в будущем. Да, то есть в хинди существуют два рода, мужской и женский. Он в этом смысле проще и русского, и санскрита, в которых есть средний еще род, что немножко усложняет общение. В хинди в этом смысле попроще. Но есть другая немножко сложность в том, что есть некоторые слова, которые они и мужского, и женского рода. А это слова, которые пришли из арабского языка или из английского языка. И поэтому бывает, что люди, используя их во фразах, могут их произносить либо в конструкции как женского рода, так и мужского рода. И то, и другое правильно. Это может быть немножко странно, но вот такие слова они есть, и, как правило, это слова именно интервента, те, которые пришли из урду, из арабского языка. Е кьяхэ, е маканхэ, макан, дом. Но дом не в том смысле, что где мы живем, а именно дом как строение. Дом, где мы живем, это отдельное слово, мы его еще отдельно с вами пройдем. Е кьяхэ, е куттахэ, да, это что? Это собака. Е кьяхэ, е кьяхэ, е билихэ, е билихэ, да. Ну и вот еще одно у вас небольшое упражнение, да, ну вот мы сможем еще на следующем уроке, может быть, пробежаться по нему, можете сделать самостоятельно. Это, значит, вот вопросы, на которые можно поотвечать, да, что и кто, и где, и как. Ну, например, почему собака что, да, ну потому что она неодушевлённая, ну как бы сказать, потому что это животное, поэтому это никто, да, то есть мы не можем сказать ее имя, фамилию, поэтому это что, да, мы же не можем сказать екутаконхэ, да, кто это собака, поэтому мы говорим екяхэ, это что, поэтому таким образом. Значит, тут неправильно, наверное, сказать, что одушевленное, неодушевленное, потому что с точки зрения индуизма все живые существа и растения, они имеют душу. Насчет странички. Вы можете не на почту, а в личном кабинете, если у вас есть доступ. Если у вас доступа нет, я думаю, что она там вам отдельно предоставит. У всех, кто на курс записан, у них в личном кабинете вот этот урок, он отдельно в виде PDF-а, как, собственно, и план урока, они будут доступны, и вы сможете их спокойно скачать. Это, во-первых. Во-вторых, доступ будет к домашним заданиям в виде PDF-а для того, чтобы, ну, одни могли их сделать самостоятельно, а те, кто на расширенном курсе, могли бы прислать, собственно, результаты выполнения домашнего задания, чтобы я мог к следующему уроку их проверить, ну, и дать обратную связь по тому, на что имеет смысл обратить внимание. Итак, вот еще, да, немножко предложений, которые могут, на которые можно использовать для тренировки, да. Например, кия аб доктор хэ, что вы доктор, да, то есть тут можно просто сказать там ха или наги, и можно полностью сказать мэ доктор наги ху, или ха мэ доктор ху. Я хинди асанхэ, да, вот тут немножко новые слова, хинди. Хинди – это сам язык, и здесь нужно отдельно подчеркнуть, что все языки, которые в хинди используются, они женского рода. Будь то руси, будь то ангрези, или англистане, там бывает, что они английский так могут назвать. Да, все языки, они женского рода. Именно поэтому, на самом деле, они заканчиваются на букву «и», потому что в санскрите традиционно слова, заканчивающиеся на «и», они женского рода. Слово «асан». «Асан» означает «легкий». «Я хинди асан хэ», да, «легкий ли хинди». Такой вот вопрос под коверкой. Так, ну что, у нас время еще немножко есть. Я предлагаю, Наталья, вот мы с вами в прошлый раз пробовали уже общаться, я предлагаю вместе попробовать почитать вот этот диалог на двоих. Готовы? Или если нет, я, может быть, попрошу кого-нибудь еще, кто у нас на расширенном курсе. Да, конечно. Ну, отлично. Тогда я буду за Раджу, а вы будете за Джаведа. Угу, договорились? Хорошо. Угу. Намасте. Мэ раджу ху. Аб кон хэ. Намасте. Мэ ранам Джавед хэ. Джавед хэ, ха. Кия аб тик хэ? Джи ха. Шукрия. Мэ тик ху. Тик ху. Тик ху. Ага, мэ тик ху. Ага. Во лар ки кон хэ? Узка нам не видно. Бано. Сейчас я покрупнее сделаю. Да, конечно. Ага.
Решить несложно, конечно, но так будет лучше, я думаю. Ага. Бано. Уска. Угу. Уска нам бано хэ. Угу. Апка пура нам кья хэ. Мера пура нам джавет ка хэ. Хан. Вот это вот точка, ха, да? Вот. Хан хэ. Да, джавет ха хан хэ. Ага, замечательно, да? Здесь вот еще важный момент, который я обращу внимание, то, что когда мы говорим ап, вы, да, у нас тоже используется множественное число. Видите, здесь хэ с точкой. Аптик хэ. А, да, то есть здесь обращение вы, оно не в единственном числе, а во множественном числе. Я аптик хэ, да, вы в порядке. Ну и о чем же у нас сегодня здесь был небольшой диалог? Мы попробуем вместе, да, и по очереди тогда. Намасте, мэ раджугу, апконхэ, да, здравствуйте, я Раджу. А вы кто? Здравствуйте, мое имя Джавет. Да, намасте, мэ ранам, Джавет хэ, да, именно поэтому еще раз подчеркну здесь хэ, потому что у нас есть нам. И здесь важный момент, забегая вперед, скажу, что слово нам, оно тоже мужского рода. Именно поэтому здесь слово мэ ра. То есть вот у нас слово «моё имя», оно заканчивается именно на долгую «а», потому что слово «нам», оно мужского рода. И даже если вы будете говорить там «мера нам гита», да, например, женщина говорит, все равно будет «мера нам». Не «мери» для женского рода, а «мера», потому что слово «нам», оно мужского рода. Ну, это немножечко кусочек грамматики, нам вперед немножко забегая. «Кия аптик хэ». Переводить. Да, конечно. Вы в порядке, но у меня просто чуть запись затормаживает, я поэтому, чтобы получилось. Ага. Что, вы в порядке? Да, спасибо, у меня все хорошо. Ну, я в порядке. Ага, шукрия, мэ тиху. И здесь вот отдельно, конечно, вот про это слово шукрия нужно сказать. Здесь вот его использует именно Джавет, да, то есть Джавет явно арабское имя, явно это мусульманин, и именно поэтому он говорит шукрия вместо слова дханьявад. То есть те, кто хинду и коренные индийцы, они, как правило, говорят, ну, хинду – это именно исповедующий индуизм, правильнее сказать. Они говорят «дханьявад». «Дханья» означает «доброе», «благое», «вад» или «вач» – это санскритский слово, корень «речь», да, то есть «доброе слово», ну, или практически, как по-русски «благо», «дарю». «Шукрия» – это от арабского слова «шукран», означающее тоже «спасибо». Угу. Воларки конхе. Кто эта девочка? А, ее имя Вано. Бано. Первое. Вот тут вот ударение на первый слог, потому что здесь долго, да, Бано. Уска нам банахе. Да? Ее имя Бано. Угу. И, соответственно, Раджу спрашивает: Апка пура нам кьяхе. Пура. Пура означает полный. Да, апка пура нам кьяхэ. Какое ваше полное имя? Мое полное имя Джавет Кхан. Кхан. Да, вот здесь вот это вот Чандра или Артханусвар, либо Чандра Бинду, да, вот это оно вот сюда. Вот. Вообще индийцы бывает, что вот эту анусвару или бинду используют в тех словах, где его как такового нет. То есть, например, то же самое слово хинди, мы с вами видели, оно пишется с буквы «н» на деванагаре. Но бывают случаи, когда они вместо нее пишут вот эту самую назальную «н», и это тоже считается правильным. Поэтому здесь, в принципе, можно было и написать и «кхан», да, потому что, в принципе, это арабское слово изначально. И как оно, то есть как пишется, главное, чтобы так же и звучало. Но в данном случае они написали именно назальную короткую «н» – «хан», да, «мера пура нам Джавет Кханхе», да, мое полное имя – Джавет Кхан. Замечательно.